Спасибо, что все-таки зашли. Друзья, все вы знаете, почему и по какому поводу у нас так в зале сегодня тихо. Безусловно, то, что произошло в Кемерово, касается каждого из нас. Мне кажется, что здесь сегодня огромное количество родителей, у которых есть дети. Все отлично понимают, какая трагедия произошла там. Мы поднялись на сцену всей командой для того, чтобы... Ну, мы не могли просто отсидеться там где-то в гостинице, сами понимаете, хотели еще и приехать тем, кто все-таки пришел. И я знаю, многие ехали из области, да, и из других городов. Вот. Друзья, безусловно, концерт будет сегодня перенесен на другую дату. Подскажи, пожалуйста, какого числа? 7 сентября, да, у нас поставили дату, которая есть. Друзья, во-первых, сразу хочу сказать, что все билеты, по которым вы зашли, действительны. То есть, пожалуйста, никуда их не выкидывайте. Вы также на 7 сентября они будут действительны. Как раз они и будут действительны на тот концерт, который, соответственно, состоится здесь немножечко позже. И... Что? Я просто не слышу, к сожалению, когда говорят все сразу, что? Так, давайте по очереди. Нет, ну никаких песен, друзья, ну давайте, пожалуйста, будем людьми, ну серьезно, поймите, какие могут быть песни, о чем вы? Вы знаете, руки вверх, во-первых, что такое руки вверх? Да, руки вверх — это та радость, ради которой люди идут на концерт, правильно? Это шарики, веселье, это какие-то чудесные эмоции. Ну, о каких сегодня может быть эмоциях речь, понимаете? Мне быстрее хочется обнять своих детей домой, наконец-то их увидеть, ребята. Это страшно, все, реально. Я уверен, что здравый смысл, он восторжествует в любом случае. Я понимаю, что очень многие ждали нашей встречи очень долго. Мы также, безусловно, расстроены. Кроме этого, и завтра будет концерт в Липецке, и в самом Кемерово мы отменяем концерт. Это уже, ну, совсем уже понятно, который должен быть буквально через неделю у нас. Я уверен, что наши зрители, не только вы, но и тот, кто посмотрел видео и, ну, не доехал сюда физически до площадки, они все понимают, потому что, ребята, мы в первую очередь люди, а уже все остальное, артисты или, не знаю, там все остальное, это уже выходит на другой план. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Спасибо. В любой ситуации давайте оставаться людьми. Наверное, именно поэтому добро и должно в жизни побеждать, понимаете? Именно поэтому мы и остаемся в первую очередь людьми, а не животными. Я очень хочу, чтобы вы это знали. Мы знали, что мы вас очень любим, мы обязательно вернемся, дадим замечательный концерт. И к этому времени, я уверен, мы соберем еще больше и людей, и сил. И тогда уже сможем провести наш праздник, как и это задумалось. Спасибо вам большое за это все. Мы с вами обязательно увидимся. Спасибо и извините, но на самом деле я не могу петь сегодня. Не то, что петь, мне говорить-то трудно. Это на самом деле важно. Я не знаю, насколько вы пропускаете трагедию внутри, но я очень. Спасибо вам, друзья, низкий вас благодарю. Спасибо. До встречи. До встречи в сентябре. Спасибо.